привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч, и я его ведущая Ирина. И сегодня на кухне хостела, в котором я проживала со своей семьей в эвакуации, я вам хочу показать очень действенный способ, как замалосолить огурчики за 30 минут. Мы их будем малосолить сухим способом, то есть без рассола. Вот так вот там захотелось малосольных огурчиков с молодой картошечкой. И быстренько готовим. И для приготовления нам понадобятся, конечно же, сами огурчики. Я их взяла, здесь у меня примерно граммов 600, но я не знаю, может быть, они и не все у меня поместятся в банку. Небольшой пучок укропа, несколько зубчиков чеснока, а также нам понадобится соль и сахар. Мы их возьмем по столовой ложке. Для начала измельчим чеснок. Просто вот так вот раздавим и порубим. И отправляем чесночок в банку. Укроп режем крупно. Складываем и тоже отправляем в банку. У огурчиков отрезаем хвостики, плодоножки. Разрезаем пополам. На четвертинки. Можно оставить также четвертинками, но чтобы в баночку поместилось больше, я еще режу вот так вот наискосок. И тоже отправляем в банку. Насыпаем столовую ложку соли без горки. Столовую ложку сахара. Накрываем банку крышкой. И перемешиваем. Баночку трусим, чтобы все ингредиенты между собой подружились, поженились. Чтобы был везде чесночок, и сахар, и соль. Вот так вот хорошенечко все потрусили. И ставим наши огурчики малосолиться на 30 минут. Баночку через полчаса открываем. Высыпаем мисочку. Огурчики уже пустили сок. Они смешались с пряностями, с чесночком. И сейчас мы их попробуем. Берем кусочек. Пахнут обалдеть! Закуска просто вот отменная. Огурчики хрустящие. Они промариновались за полчаса при комнатной температуре, конечно же. Набрались вкуса чесночка. Немножечко просолились. Свежий укропчик. Вкус свежего укропчика очень хорошо чувствуется. Вот просто к молоденькой картошечке самое оно. Если вам, друзья, понравился мой рецепт, обязательно поделитесь им с друзьями. Свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать в мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!